Получается, что каждые 5 минут на базу в Германии, на каждую военную базу в Германии прибывает военная техника. По Германии в сторону Польши везут танки. Коронавирус. Сейчас границы закрыты. Закрыли школы. В Германии ажиотаж. Люди скупают продукты. Вот половина вот этого салата, вся зелень, сегодня я собрала в лесу. Не из-за того, что ее не было в магазине, но так я немножко уже начинаю тренироваться. Такой на будущее. Нет, ну, в общем, если что, в принципе, мы выживем. Потому что вот этого всего там очень много сейчас в лесу. И мы вообще для этого, в общем, на земле и находимся, чтобы пройти это реалити-шоу достойно. И каждый со своей стороны. Импульс поехать в какую-нибудь экологическую русскую деревню, нагружать с большей пользой для себя, для земли, для общества, для планеты, для всего космоса, для Бога. Но Земля, она планета, Земля, она наша. Вот это наша земля. А то, что где-то протянули колючую проволоку и сказали, вот это ваша земля, вот это не ваша земля, а я хочу спросить, а какого фига вообще? А моя вообще земля везде. Почему? Я хочу просто, чтобы мои дети были счастливы, чтобы я сюда приезжал, чтобы работать. Я думал, я вот сейчас приеду, чуть поработаю, поеду в Россию. Но получалось так, что я приезжал, работа засасывает, затягивает, долги, заработать столько, сколько хочется, не получается, и выходит, что мы здесь... Простая. Мы понимаем, что такое энергия. И вот ты вернулся. Это как увидеть маму, увидеть папу. То есть мать земля. Сейчас мы можем оставить сообщение, которое прислали. Я с телефона. Каждые 5 минут 3 самолета садились, завозят солдат и технику на каждую базу в Германии. Ну так пишет он. Кто это видел в Рамштане. Именно будет все иначе, что он имел в виду. Что все изменится в Германии, политика и все. Фенвер это где Пасберг и в этом Рамштайне цельты ставят для солдат. Все переполнено, говорят. Солдаты обычно, когда какие-то перевороты, когда силы по какому-то заказу, почему, по чему-то. Это ж пец. В Германии такое. Перевороты только в папуасских странах обычно.